Привет, дорогие друзья! Сейчас я хотел бы продемонстрировать вам упражнение щучелом, которое поможет вам для проведения такого броска, как обратное бедро. Иногда бывает такое положение, когда соперник в вольной борьбе проходит в ногу. Вот в данном положении чучело вот захватило меня за ногу. Его голова находится сбоку, руки вот между моих ног. Ногу свою я подставил вот к нему. Дальше я наклоняюсь вот к нему и своими руками соединяю его вот под туловищем снизу. Ближняя рука идет вот сверху его головы, вот снизу, вот сюда. И вторая рука вот снизу тоже вот соединила в замок. Замок может быть такой, но плотный. Вот. Я взял замок. Теперь, когда я взял захват, своей дальней ногой я вот подшагиваю прямо к нему, видите, делаю вот шаг к нему, ногой шаг к нему. И потом делаю вот такой разворот, и вот делаю, сажусь на вот эту ногу, убиваю его броска. Еще раз посмотрите. Ногу подставил, вот. Взял захват. Теперь делаю шаг, видите, руками начинаю вот тянуть, вот, то есть вот я захватил, и вот отсюда вот, начинаю вот так тянуть вверх. И одновременно делаю переход, вот видите, раз, сажусь на эту ногу, тяну и выбрасываю в эту сторону. Еще разочек. Давайте с этой стороны, смотрите. Вот, захватил на эту сторону, подставил эту ногу, делаю шаг. И вот в этот момент, смотрите, делаю вот такой переход. Делаю переход, сажусь на вот эту вот ягодицу. Вот, держу. Смотрите, вот раз, сажусь, выбиваю и выхожу на него сверху. Спасибо за внимание. Это упражнение подготовит вас для защиты вот обратным бедром, когда соперник захватил или атакует вашу ногу. Желаю вам успехов.